Моду на форму бровей всегда задавали голливудские дивы и поп-звезды. Поэтому на их примере мы решили показать, как менялся женский образ на протяжении целого века. В начале 20-го в моде были настолько тонкие брови, что выщипывать так волоски было просто невозможно. Поэтому девушки, по примеру Марлен Дитрих, просто сбривали свои брови и рисовали новые, идеально ровные ниточки. В 30-е годы брови по-прежнему оставались тонкими, как и десятилетия назад. Однако образ теперь стал более драматичным. Брови театрально изогнуты, словно девушка чему-то постоянно удивляется. Эталоном красоты была Грета Гарбо. Именно эта актриса задала моду на такую форму. В 40-х годах женские брови стали чуть-чуть толще. Однако дамы продолжали их тщательно выщипывать. В тренде был заостренный кончик, который дорисовывали карандашом. Он мог доходить до самого виска, как у Грейс Келли, например. В 50-е балом правил великий Кристиан Диор и стиль New Look. Для бровей это тоже была золотая эпоха. Сексуальные изогнутые, как у Мерлин Монро, или яркие, как у Лиз Тейлор. При этом волоски было модно чуть-чуть приподнимать наверх. Это добавляло образу игривости. Классический стиль 60-х – это брови Софи Лорен. Внешние кончики торчали вверх, делая взгляд немного хищным и дерзким. Сама Софи уделяла бровям самое пристальное внимание, тщательно прорисовывая их карандашом. В эпоху хиппи многие девушки и вовсе перестали выщипывать брови в погоне за естественностью. Форма не главное, главное – полное ощущение натуральности. Впрочем, голливудские звезды, конечно, не пускали все на самотек. Эффект пышных бровей создавался при помощи карандаша и геля. В 80-х в моду вошли суперширокие брови, чем шире, тем лучше. Первопроходцем стала Мадонна, демонстрировавшая совершенно невыщипанные и слегка подкрашенные брови. Ну а полного совершенства достигла Брук Шилдс, чей выразительный взгляд мы и по сей день не забываем. Кстати, все дело было именно в темных бровях. 90-е – тяжелый период как для моды в целом, так и для бровей. Все самые неудачные бьюти-образы звезд появились именно тогда. Брови выщипывались очень тонко и с острым углом в виде галочки, вместо плавного изгиба. Многим девушкам такая форма не шла, делая лицо агрессивным и зрительно уменьшая глаза. Однако от тренда не отказывался никто. И вот, наконец, опять естественность. Для современных девушек эталоном в том, что касается бровей, стала модель Кара Делевинь и Наталья Водянова. Культ естественности вернулся, напоминая нам о моде 70-х и 80-х. Брови снова стали широкими, темными, с приподнятыми вверх волосками. Примечательно, что единства формы нет. Теперь она подбирается под каждое лицо индивидуально. И это единственное верное решение. Анна Артеменко, «Утренний коктейль».